наш поздний гибрид муксума для длительного хранения. Есть небольшой минус этого гибрида, желательно, если есть орошение, капельное орошение. Потому что если очень жаркие условия, вот она как раз может быть 2 килограмма. Надо понимать уже, если клиенту нужны маленькие рыбки, его можно даже там без орошения. Она может не дотягивать в жаркую, сухую погоду, когда нет орошения. Вот такая особенность гибрида. Гибрид сам по себе сильнорослый и реагирует на отсутствие влаги тем, что головки не всегда большие. При орошении никаких проблем нет. Особенность еще у него какая? Получается, в начале вегетации желательно давать поменьше азота, потому что семяросты при наличии влаги большого количества азота может очень большая листовая масса быть, очень длинная ножка. Ну, то есть тут в начале вегетации чуть-чуть меньше азота, ну, а потом его чуть позже соки. Очень хорошо хранится. Например, у нас так не хранят, но в Германии, в Европе, в хранилищах, ну, когда закладывают хранилище, они предусматривают, что будут ее хранить до следующего урожая. Ну, там все зависит от цены. Есть цена, продают, нет цены, они ее держат, могут держать там чуть ли там до августа месяца, когда начинается средняя капуста. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.